ходе расследования уголовного дела сожительница обвиняемого лица угрожала свидетелю по уголовному делу физической расправой, если тот не изменит свои показания в пользу ее гражданского супруга. Полицейские собрали доказательную базу, изъяли у свидетеля аудиозапись, где были зафиксированы угрозы. Женщина была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено частью 2 статьи 309 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это принуждение потерпевшего или свидетеля к даче ложных показаний. Сотрудники МВД отмечают, если вы стали свидетелем преступления и вам угрожают, об этом нужно сообщить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону 8-999-314-0146. Таким образом, вы защитите себя и близких от преступных посягательств и не дадите злоумышленникам избежать заслуженного наказания.